Всем привет, с вами я, Ксения Кузнецова, и сейчас вы смотрите миссию «Неуполнимую». Чего докатилась Ксюша Кузнецова? У нее шлем на соревнования и на тренировку один и тот же. Фу! Позорница. Миссия от Карины Гришау. Попробуй проехать галопом или рысью задом наперед. Я мамочку боюсь. Давай едь. Уберите маму. Хорошо. Ну, Ксюш, давай. Что-то обратно-то села. Вау, штатив увеличивает. Дай Оскара. Ну-ка. Мне кажется, лифт увеличивает, но это не точно. Что ты палишь? Ой, как тут порулить? Типа да. Наоборот, возьми. Понятно. Ничего страшного. Конечно. Так еще веселее. Подумаешь, шею свернет, ну ладно. Сеня, стой, стой, стой. Что боишься-то? Это считается? Еще надо чуть, я тебе не верю. Знаю. Что нет, то да. На Павлике так попробовать будем. Ладно, сойдет. Следующая миссия от Fox Black. Поедь рысью стоя. Не вижу, что снимаю за солнце. Достала меня! Я только-только сфоткала. Ты бы отошла хотя бы километра на 3 подальше. Да. Зачем? Я а, не тебя не сфоткала. Хлыст. Надо было держать. Все, я стою. Чуть-чуть вперед пройди. Не он, а ты. Слезла-то. Он равносилен леди. Он такой же толстенький. Ой, сейчас. Ты ничего себе не отбила. Рысью. Рысью. Зачем? Может, тебе в него воткнуть какие-нибудь штуки? Извините. Удобно так есть.
давай, ты встанешь, а я его рысью подгоню. Диким галопом. А? Ты рядом с ней? Ага. А, сейчас зарю умалишенная. Я уже рука затекла. Вставай, мы его подгоним на рысь. Я не попрусь за вольтрапчика. Сходи за вольтрапчиком. Ты хочешь, чтобы у тебя конь сдох от жары? Ух ты, жиробас. Вот, и стой, держись пальчиками. Я не могу, ты не пальцами. Воткнись с него пальцами. Надо было когти не стричь. Ну почти, давай. А если тебе упереться в повод, никак? Повод. Он тогда останавливался будет. Чё ты ржёшь надо мной? Я сейчас тебя сюда посажу. Рыси, пошёл. Почти. Почти. Да? Почти. Вот надо было типа оторваться. В смысле типа оторваться? Я вот так проехала. Ну да, надо полностью встать. Уже ноги устали. Смешно? Да. Попробуй еще разок. Ты сначала на шагу будь уверена, что ты все вот встала. Уверена, что ты не свалишься. Встань на вон, встань на стену. По прямой. Попробуй. Вот, вот, вот. Да ладно, вот. Выпрямись побольше. Вот, вот. Я упаду. Хрен надо, так легче. Легче, чем на шагу. Все, все, так я все. Ты молодец, все. Следующая миссия от Анастасии Жердевой. Прыгни 100 сантиметров на своих двоих. Ты серьезно? Спорим, ты не прыгнешь? Не знаю, ты прыгнешь. И что это такое было? Да чего такое-то? У меня не получается! И что такое? What you say? Да, блин! Коротко о том, как прыгают Дида. Давай быстрей! Быстрей! Боже, надо рубить вообще. Блин, тупая. Нет, коротко о том, как прыгать, матрица. Ты не прыгнешь, Дин. Дина, ты не прыгнешь, ты закинешься. Вообще-то я только что прыгнула, но она не сняла. Вот ты веришь? Вы верите мне, что я прыгнула? Я прыгнула, ты тупая. Ты не тупая. Давай бегом, прыгай. What you say? Да, очень. What you say? That you only meant well, well, 'cause you did. Тихо. Я